И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот получился вот такой персонаж Эш. Именно «Зловещие мертвецы», третья часть. Вот так. Все, пила у него тут работает даже в анимации. Это по прошлому ролику. Вот. Так, где она тут? Ну-ка. Так, это у нас что получается? Граф Эдитор. Ну да, крутится, вот в анимации видно, все работает. Это просто покадровка маленькая, видать. И у нее тоже тут проход поменьше будет. Так, но это не суть вопроса. Значит, пила работает, цепь работает. Так, ствол присутствует. Так, чуть он тут вылез. Не заметил я. Ну, не суть вопроса, опять же, да? Так, кость я ему вставил. Так, это вот анимация из Миксама. Там, кстати, без руки персонаж не принимался. Пришлось пилу вот эту вставить. Она как в анимации стала изгибаться. Я ту пилу обрезал, а эту подставил. Привязал косточки. Ну, короче, вот такая штука. Эту анимацию вы уже в начале ролика видели. Так, давайте теперь посмотрим, что тут еще у него присутствует. Это, значит, Open. Так, это на паузу. Don't save. Так, вот этот, по-моему, H1. Ну, вот такой получился персонаж. Ну, ничего так. Итак, вот кости вставлены. Это, значит, R. Так, пардонте, Ctrl-Z. Выбираем кости, заходим в постмод. Что тут, значит... Это как он в фильме, вот это когда вытягивало лицо, когда в книгу его затягивало, можно так делать. Так. Вот такой вот у него внешний вид. Вот так. Так, что еще тут у него происходит? Это значит G. Рука работает. Так, R, ключица работает тоже. Здесь пила тоже с анимацией передвигается, все нормально. Так, как у него с ногами? Ноги у него тоже работают. Так, таз G приседает. Так, что тут такое? А, я не привязал ствол. Так, печально, но поправимо. Так, Ctrl-Z. Давайте заново все это дело включу. Так, Open Ash пила, Don't Save. И смотрите, так, значит, ствол это скачанный. Что тут вот я могу сделать? Вот это дело в модификаторах я отвязываю и привяжу все по-другому. Значит, так, ствол. Так, вроде бы он тут нигде не вылазит. Нормально вставлен в чехол. Тогда я чехол объединяю Ctrl-J, сочетание клавиш G английская. И, наверное, просто привяжу вот к этой кости. Так, это постмод, тут вот к этой кости. Ctrl-P, это будет Bone. Так, теперь, значит, что у нас получается? Заходим в Object Mode, выбираем только кости. Так, постмод. Тазовая кость G. Все, ствол на месте, все в чехле. R крутится, видите, ровно он стоит, не гнется. Вот что и следовало, как, что и следовало сделать, вот, когда он нагинается, чтобы ствол был ровный. Вот такая штука. Итак, если кому-то этот персонаж будет нужен, напишите мне, я его вышлю. Именно drop me файлом или просто в ВК
дополнительным файлом. Так. Так, что у нас тут получается? R. Ну, вообще, красавчик. Ну, вроде получился стилизованно так. Ну, вроде и похож как бы. Нос вроде и профиль совпадает, и прическа вроде такая же. Ну, такая штука. Так, единственное, будет персонаж без вот этих глаз. Глаза мне вот эти именно для пользования дала знакомая. И просила никому это дело, значит, глаза не отдавать. Ну, вот такая штука. Значит, глаза не проблема, вы найдете, если кому-то нужно. Ну, без глаз я этого персонажа вам вышлю. Все, всем пока, до свидания. Вот такой вот результат получился.